Эта песня посвящается нашему гостю из солнечного города Тель-Авив. Грузинский сокол. Летчик. Иногда. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставлю. И армянский орол. Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Ты и она не две пары в собаке. Ты видный мужчина. А она возьми кошку, опусти в воду, выль, и такая же худая. Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. История про соправдное мужчинское сябровство и про здесьнение мары. Алло, Ларису Ивановну хочу. Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Макратачан у доброй комедии Георгия Данелия «Мимино» на Беларусь 3.